Всем привет! Вы на канале Интернет и деньги, и мы продолжаем Автоманию. Это экономическая игра, обзор которой появился вчера у меня на канале. Сегодня в чате Telegram пишут, что выплат нет. Я, кстати, тоже пробовал вывести, и у меня не получалось. Но уже должно быть все хорошо, и я сейчас это проверю, вам покажу и, кстати, расскажу о новостях игры. Вот так она выглядит. Суть игры: вы записываетесь в гонку, и по окончании гонки вы получаете определенную прибыль. Например, если вы заходите вот сюда, за 5 рублей ваш доход составит 150%. Также есть вот 160 рублей, и 275% составит ваш доход. Теперь доход идет не весь на вывод, а распределяется по 50% на баланс для покупок и на баланс для вывода. Также добавили новую машинку. Вот эта машинка, здесь вход 500 рублей и доход 300%, то есть 1500 на этой машинке можно заработать. Ну и теперь, соответственно, давайте проверим, платит ли опять данная игра. Итак, я буду выводить через Payeer. Как видите, у меня на балансе 335 рублей. Так, ввожу сумму 335, нажимаю продолжить. Здесь ввожу мой Payeer кошелек. И подтверждаю. Как видим, оплачено, платеж передан через слюз успешно. Нажимаем ОК, переходим на Payeer, обновляем страничку. И вот, как видите, 331 рубль 84 копейки с учетом комиссии. Давайте откроем комментарий. К сожалению, не написано, что это именно из Автомания, но это точно отсюда. Так что видите, данная игра платит, и здесь все отлично. Кстати, покажу вам мою гоночную трассу. Вот здесь видно, что у меня работают все гонки. Видите, написано ожидание. Так что вот как-то так. Ссылочку на игру оставляю в описании. Ну а вы были на канале Интернет и деньги. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.